Pean de prosodion, is ton seon o e cae prosegizari sen limenios sinu aceneos. Всем привет, дорогие друзья! Мы с вами начинаем. Собирайтесь. Сразу хочу огласить по поводу формата лекции, чтобы потом не было неразберихи. Смотрите, какая у нас тема. В общем, мы сделаем так. Я на чат буду отвлекаться по минимуму, за ним будет следить мой товарищ-модератор. Так что он будет отвечать на ваши вопросы по мере поступления. А вопросы по теме можете задать после лекции. Если у вас есть какие-то там третьи дела, то можете свободно, спокойно включать эту лекцию фоном. Будет, конечно же, материал там, медиа, картинки, но он будет такой по минимуму. В основном это карты, карта действий, портреты и всякие другие сопроводительные картинки, чтобы в целом, ну так, создать необходимую атмосферу. Тема которую мы с вами будем сегодня рассматривать, называется «Принципат Августов». И все тезисы, которые мы выносим сегодня, уже оглашены в описании под видео, так что я время на это тратить не буду. И по мере лекции можете задавать свои вопросы. Потом в конце на самые интересные я отвечу. Давайте начнем тогда с самых азов, с чего следует начать рассмотрение принципата Августа. Это, конечно же, с такой замечательной личности, как Гаймария, а точнее с его реформы. Рассмотрим предпосылки, которые привели в итоге к тому, что Римская империя поменяла свою военную систему, причем кардинально. И начнем мы, как ни странно, ребята, только не падайте в обморок, но аж с 264 года до нашей эры то есть с момента Первой Пунической войны. Сейчас посмотрим, что у нас есть по этому поводу. Карту расширения посмотрим. В 264 году Римская республика впервые вступила в военный конфликт за пределами Апеннинского полуострова. Столкновение с карфагенянами в борьбе за город Массины стало искрой, породившей пламя войны, и не утихало оно, в общем-то, в следующие 48 лет. И постепенно перерождалось из одного военного конфликта в другой. И для того, чтобы примерно так понимать, что собой представляла Римская республика, мы с вами сейчас затронем такую прекрасную вещь, которая очень редко на самом деле рассматривается. Это система устройства римского государства. Что оно собой представляло? В нашем обычном... Понимание Рим это было некой единой территории. На самом деле в раннюю республику, в том числе касательно периода третьего века, имеет смысл говорить, что не было еще какой-то единой территориальной целостности в Римской республике. В целом в ней работала старая система старая полисная система, то есть принцип управления по которому город Рим является главным городом Италии, ему подчиняются прочие общины, народы, поселения и города, управление строится в основном на представительстве, то есть Римом считается только сам город Рим и его население, это единственные полноправные граждане республики. А все остальные идут на правах покоренных народов, то есть если выделить карту Римской республики, к 149 году до новой эры, то есть это в под конец Македонской войны, когда Римская республика одержала победу над Персеем и окончательно взяла под контроль Грецию и достигла, скажем так, пика своего могущества, если мы говорим про период ранней республики. Прочие соседи ущемлены в правах и считаются покоренными народу... народами, по итогу признавших верховенство римских со... законов и порядков на своих землях. По факту территории, которые находятся в непосредственном управлении римской администрации, ограничивались самим Римом и его пригородом. Остальные италики носили статус союзников, в совокупности все это и составляло Римскую Республику. Если мы будем с вами смотреть по противникам Рима, вернемся, скажем, сделаем небольшой шаг назад, что же привело Рим к такой мощной гегемонии и заставило его постоянно расширяться за счет военного вмешательства. Это прежде всего полное окружение агрессивными соседями, причем очень сильными. Еще до начала пунической войны, то есть примерно где-то 270-е годы э до нашей эры, когда Рим собирался только вторгнуться в область под названием Великая Греция, Рим уже являлся противником Эпирского царства. Эпир в свою очередь был входил в сферу влияния Македонии, а Македония была военным союзником Египетского царства. Так что здесь я на карте даже выделил их всех одним цветом, чтобы вы понимали. По сути дела Римской республике противостоял весь известный на тот момент сильный Восток. Средиземноморья. И также, как вы знаете, в будущем усугубится конфликт с Карфагеном. И постоянно давили галлы с севера. Ну и посмотрите на вот этот центр, который представлен Рим. И подконтрольные ему территории после Сомницкой войны. И, в общем-то, вам станет понятно, что же привело к такому агрессивному расширению Римской республики. Что нам интересно дальше? Кроме того, что Рим был всюду окружен врагами, у него сложилась определенная э, обстановка внутри самого города. И ее мы сейчас тоже обязательно рассмотрим. В условиях пермоментной войны, когда римская аристократия получает практически полный карт-бланш на военные и экономические преобразования, имея, казалось бы, общие цели и задачи, как минимум защищать Рим и самих себя от внешних недругов, римская знать переходит, переводит статус Сената на качественно новый уровень. Народные собрания практически уходят ко второму веку до новой эры на второй план. Всю полноту политической и экономической власти берут на себя сенаторы, предводители, как правило, древних римских родов, пришедших в город еще во времена его основания. Таким образом, в Риме по факту управляют старейшие аристократические династии. Отсюда власть консулов в ранний, респ... в ранний республиканский период весьма ограничена и зависит целиком и полностью от воли Сената. То есть, по сути дела, Сенат, а точнее его основные дома, которые представляли собой олигархию, держали под собой всю власть. Олигархия это кто? Это ребята, которые держат основные финансовые средства в государстве. На самом деле неважно, каким образом приобретенный, просто это аристократия, которая, ну, точнее в рассматриваемый нами период это аристократы, которые сконцентрировали у себя основные ресурсы. И таково общее политическое устройство Рима, и оно не выходит за его пределы, то есть за пределы самого города. Хотя со словом республика в это время, да ладно тебе, нет, это нет, у меня идет запись стабильно. Это YouTube что-то шалит. Не знаю, не знаю. Это YouTube шалит. У меня все под контролем. ОБС показывает, что запись идет очень даже стабильно. Вот. В общем... Вся система римского обще... общества вплоть до первого века до новой эры практически никак не видоизменяется и остается приспособленной только к пониманию государства не как единого целого, а союза городов с самым разнообразным внутренним устройством, где главным городом является Рим. И это на самом деле уже первая проблема, в которую втянута Римская республика уже ближе к позднему периоду. Что нам нужно понимать дальше? На территории Италии на протяжении всего 3-2 -II веков до новой эры постепенно происходит вытеснение мелкого землевладения, постоянные военные потрясения необходимость в перманентном пополнении легионов высосала практически все силы у простого народа не самостоятельно обеспечить свои хозяйства землевладельцы, где-то примерно за 50 лет практически 80% занятых земель либо продали в руки римской аристократии, либо сами перешли под патронат знати. И из-за этого очень сильно развивается хозяйство латифундистов. То есть это, по сути дела, представителей аристократии, которые монополизируют все производство. К концу второго века вся Италия превратилась в монопольную зону Латифундии, где все товары, производство и обращение средств принадлежит аристократии. Возникает общественный кризис. О, что это мне там только что донатик, донатик, донатик пришел? Так, сейчас, сейчас, сейчас. Так, Значит, нет, я вам честно говорю, что вот ОБС показывает, что запись идет стабильно. То есть это по-любому что-то YouTube там зазайничает. Надо будет что-нибудь там с этим повозиться. Но, скорее всего, это уже, да, это не от меня зависит. За пределами города... Го... Что? А, стрим от Катона. А, донат от Катона, окей. За пределами города трудятся в основном рабы и достаточно мало средств тратится на их охрану. А, вернее, достаточно много средств тратится на их охрану. Постоянный прирост рабов в Италию за счет в завоевательных кампаний становится бомбой замедленного действия, и она сработает еще не скоро, все-таки для второго века. Характерна хоть и явная стагнация римского общества, но еще не столь явная. М? Донаты? Да не, у меня и так они тихо работают. Вроде как. А, там народ, что ли, половину попадал от такой громкости. Ладно, окей, сделаю потише. Ладно, ты там, в общем, контроль ст... чат. Я же говорю, я не буду отвлекаться на чат пока что. Это я со своим модератором разговариваю сейчас. А то. Да-да, я не сошел с ума. Я не сам с собой говорю. Да. Ну и, конечно, главная причина, по которой латифунди становятся столь популярны, это практически полное вытеснение э, свободных землевладельцев, потому как, ну, если аристократы сами занимают все необходимые земли, на коем нанимать наем э, наемников, когда они могут преспокойно себе существовать за счет э, приобретения бесплатной рабочей силой э, силы, которые являются, в общем-то, рабы. И это приводит к значительному обнищанию обычного провинциального населения, у которых просто нет места для работы, все заняли латифундисты. Им приходится уходить в города, и начинается всякая заварушка с ростовщичеством. Люди попадают в долговые ямы. Население, особенно не римское, то есть за пределами города Рима, и которые не являются римскими гражданами, они от этого страдают еще сильнее, потому как они еще и ущемлены в экономических правах. Даже если какой-то италик каким-то образом имеет свое хозяйство, он такие налоги платит на товары и на торговлю, что по сути дела становится неконкурентно способен на фоне остальных римских латифундистов. И как бы вы могли подумать, насколько долго длилась эта прекрасная симфония. Все, по большому счету, заканчивается в конце второго века до нашей эры, когда сигналом к опасности послужило вторжение Тефтонов и кимров на подвластной Риму территории. Сейчас я где-нибудь откопаю карту вторжения наших веселых братишек кимров. Так. Ага, ага. Угу. Да. Очень интересно получается. Так, а где же у меня интерес... самая веселая карта про то, как Кимры вторгались в Италию? Ну, в общем, не суть дела. Кимры прибежали в Италию. Д... Два идущих подряд поражения римлян дало понять, что легионы находятся в состоянии постоянной боевой готовности, которые находятся в состоянии постоянной боевой готовности нельзя не комплектовать, не содержать по старой республиканской доктрине, когда римские легионы являлись ополчением, созванным из жителей Рима и союзников на период войны. Расширение владений ставило перед республикой новую задачу – удержать земли от постоянных восстаний и нападений извне. Как раз события кимврского вторжения 113-101 годов до новой эры показали слабость и уязвимость прежней военной системы. А раскол проявился и в аристократической среде. Очевидно, что за полтора века постоянной войны знать поделилась на сословия, связанные с военными. То есть это представители тех родов, которые проявили себя как талантливые полководцы, а их дети и преемники, ну, скажем так, утвердили за родом право считаться лучшими в этом деле. То есть, по большому счету, если военачальник получал консульство, то он, конечно же, пытался потом в будущем своих детей на этот пост продвигать. И таким образом за некоторыми родами, например, за сципионами во время Карфагенской войны заявилась, закрепилась слава побед в Африке. Считалось, что если сципионы попадают в Африку, то победа в любом случае будет на стороне Рима. И так продолжалось на самом деле вплоть до конца первого века до новой эры. Это одна сторона, на которой поделилось сословие аристократии. С другой стороны, у нас сословие олигархов. Это те самые аристократы, которые накопили у себя основные финансовые и экономические средства. И как ни странно, они считали, что делиться этими богатствами ни с кем не нужно. До последнего времени, то есть до кимверского вторжения, олигархи еще могли как-то свое существование оправдывать постоянным спонсированием военных предприятий, в основном успешных, что повышало их популярность. И также они вели активную экономическую политику, понятное дело, в свою пользу, пытаясь окончательно вытеснить любую конкуренцию с Италийского полуострова и повсеместными дебатами, философствованием на грани с демагогией, дипломатическими выпадами в сторону неприятелей и конструктивными диалогами с союзниками. В общем, вот примерно так жила, жила другая часть аристократии, римской аристократии того времени. В то же время такие рода, как я уже назвал, Сципионы, Метеллы, Сервилии закрепили за собой образ военачальников – на самом деле не только эти дома, это просто самые, одни из самых крупнейших, были еще и много других, которые в разное время получали консульство, но это вот, скажем так, определенный костяк. Их представители в самые разные промежутки 3-2 -II веков возглавляли легионы. Кризис поздней республики усугубился еще и общественным расколом. Сейчас что-нибудь вам тут сейчас про общественный Раскол показать. Угу. Вот как раз мы сегодня и поговорим, с каких пор все жители Италии стали римлянами. Это будет одним из главных повесток вообще, что собой представляет Принципат и как он появился. Вот. А, да, для тех, кто в танке в подводной лодке. Латифундисты это аристократы, которые э, занимали э, плодородные земли, разумеется, законным путем чаще всего выкупали их и устанавливали на них такие своеобразные хозяйства по, про, по производству э, вина, там, оливкового масла, всякую разную сельскохозяйственную… В общем, продукты первой необходимости и не только. Ремесленные мастерские, вот все это. Аристократы размещали на своих виллах, на таких небольших заводах античности, в кавычках, конечно, заводах, привлекали туда в основном в качестве рабочей силы рабов, то есть наемный труд не использовали. И практически вот все территории Италии были заняты такими аристократами, а их хозяйство, где происходило все это производство, называется латифундиями. То есть по большому счету лати... латифундисты это... Олигархи, которые монополизировали все производство и переняли на себя статус крупных землевладельцев, вытеснив практически полностью мелких землевладельцев с Апеннинского полуострова. И этим они, в общем-то, провоцировали существенный общественный конфликт, когда римские граждане еще, конечно, что-то могли позволить себе, а вот, например, те же италики очень сильно страдали. Итак. Да, это все касается причин реформы Гая Мария. Мы к ней потихонечку подступаем. Кризис поздней республики, как я уже и сказал, усугубился общественным расколом. С одной стороны, устоявшиеся территории Рима за пределами города по римским законам были населены не гражданами, практически лишенных любых прав на приобретение земель, ведение собственного хозяйства, не говоря про совсем другой уровень налогов, поборов и юридической ответственности у всех, кто не является «Цивис романус кум», то есть носителем римского гражданства. В целом, можно заключить, что для второго века говорить об открытом сепаратизме, конечно, нельзя, но явно у неримского населения накипело. И вторжение кимров несло свою лепту в дальнейшее развитие ситуации. Теперь мы с вами опять вернемся к такой замечательной личности, как Гаймарий. Так, Оп, оп, оп. Да, вот он красавчик Гаймари. Пока полюбуйтесь на его прекрасное, замечательное лицо. Римский военачальник, находившийся в партии Сципиона, он получил славу за, точнее не он, а Сципион получил славу за победу над нумидийским царем Югуртом и являлся яв... явным сторонником провоенной сенаторской партии. Вообще, Сципион Эмилиан собрал вокруг себя много людей, не знатного происхождения, которых всячески старался продвинуть наверх. И как раз Гаймарий был одним из таких не, самых знатного, не самого знатного происхождения людей, который входил в свиту Сципиона во время африканского похода. В их числе оказался, кроме Гая Мария, и Гракх. Ну, те, кто в теме, знают, кто такой Грак, а так мы про него поговорим чуть позже, если у нас будет время. На самом деле, очень многие другие деятели, которые в будущем еще займут свое место в римской истории, будут связаны с домом сцепионов. На момент африканской кампании Гай Марий не был востребован сенатом и считался чужим человеком. Его стремление к продвижению на военные посты простолюдин Вне всяких сомнений, относят его к партии популяров, то есть римской знати, пользовавшейся поддержкой народа, народа и всякие народнические идеи в Сенат продвигающие до момента вторжения германцев на олигархов было политически невыгодно давить, тем более, что это настроило бы римское общество против такого посягательства. И хотя Гаймари уже открылся, скажем так, окружил себя сенаторами из аристократии, но по большому счету это были мелкие фигуры из мелких аристократических домов, которые в сенате не играли вообще никакой роли. И вот настал прекрасный 104-й год нашей эры. Нарбонскую Галию, нашу прекрасную Нарбонскую Галю, Так, где наша веселенькая картинка с тем, как нас грабят? Доблестные германцы. Ну, вернее, это галы Германцев я не нашел. Но представим на секундочку, что это все-таки германцы. В, Нарбонскую галлю, в Нарбонской галле э, веселятся германцы. Гай Марий при поддержке провоенных сенаторских партий перешел к решительным действиям. Он взял за основу преобразование армии, которые вводил еще Сципион. Вообще реформа Гая Мария не имеет, как привычно... Как мы привыкли себе представлять какого-то вида закона или ряда законов. Очевидно, что сама реформа Мария стала принимать внятные формы еще до того, как Марий все положения реформы сформулировал. Однако в историографии принято считать именно Гая Мария первым, кто окончательно утвердил новый военный строй. Прежде всего гай Марий практически изъял у партии олигархов всякую военную власть. Провозгласив, что много проблем в войнах возникает из постоянной смены командования и вечных перепалок между консулами, которые не раз приводили к поражениям, это он так э, немножечко намекал как раз на события Кимворской войны, когда две консульские армии потерпели поражение из-за того, что не смогли скоординировать свои действия. Следовательно, логичнее назначать консула военным магистром не на один год, как это было еще со времен самых-самых зачатков ранней республики, а на более продолжительный срок с возможностью даже продления полномочий в случае необходимости. Одно только это уже означало, что две трети сенаторов должны отказаться от своих притязаний на долю в экономике от присвоения военной добычи только потому, что их рода изначально не относятся к военным или за время прошлых войн сторонились активных военных назначений. То есть это в основном аристократы, вот как раз монополисты, которые занимались экономикой и спонсированием военных компаний, при этом сами в них не участвовали. Тем временем, пока Сенат делил свои полномочия, германцы все еще грабили Нарбону. И им никто не мог абсолютно воспрепятствовать. Германцы вообще распоясались, они мало того, что Галлов сначала пограбили, еще зашли немножечко в Испанию пограбили, и начиная с, со 113 года активно пытаются веселиться в Нарбонской Галлии, а сейчас уже идет 104, когда все эти дебаты происходят. Следующим тезисом, прямо, проте, проте, скажем так, прямо вытекающим из предыдущего, была постановка легионов на постоянную основу, чтобы что объяснялось все тем же очевидным фактом. Несмотря на способ формирования по принципу военного ополчения, подавляющий состав легионов не сменяется на протяжении уже нескольких десятилетий. Легионы при этом не распускаются, но это понятно, ведь Рим вынужден постоянно воевать. А я говорю, стрим лагает не из-за того, что у меня с интернетом что-то не так. Просто Здесь видно, показывается у меня скорость соединения она достаточно высокая, 5000 гигабит в секунду. Это вообще норм. То есть это YouTube шалит. Я тут честно, вот я, я тут ни при чем. Мои легионы ни на какие территории не заходили и никаких суверенных государств не занимали. Угу. Да. Так вот, продолжим. В общем, Гаймари предлагает легионы поставить на постоянную основу. Что, если раньше легионы набирались по принципу ополчения, то есть вот ты идешь в легион, тебе назначается какой-то имущественный ценз, по которому тебя определяют там в, акцензе, в акцензы, в велиты, в гастаты, принципы триарии, в рорарии. А теперь Гаймари предлагает сделать вот так. А зачем нам нужны эти цензы? Население Италии постеп... постоянно нищает. Да и римское население уже, надо сказать, открыто нищает. Зачем нам вводить эти цензы, если Сенат вполне себе в состоянии спонсировать все легионы без вот этой вот ерунды? Так что вдобавок к продлению сроку командования легионами логично добавить и постоянный характер легионов перевести их таким образом в разряд профессиональной армии. В Сенате жаркие дебаты, а Нарбону грабят германцы. И им до сих пор никто не может воспрепятствовать. Консульские армии снова потерпели поражение. Уже второе, уже второе поражение за период войны. И ничего невозможно сделать. Вот по тому же принципу опять легионы по ополчению созываются, направляются в Нарбону, германцы их расшатывают в пух и прах. Вернемся к дебатам. Сейчас вот дебаты. Все еще у нас продолжаются. Вот такая мясоруба происходит на Арбоне. А в Сенате все еще пытаются Гаю Марию как-то воспрепятствовать. И понятное дело, что в виде начавшееся противостояние в Сенате, все без исключения партии, разбиваются на две категории: приверженцы военного лагеря и приверженцы традиционной римской аристократической идеи, не имеющей ничего общего с военной системой. И уже здесь становится ясно, что традиционалисты, они просто проигрывали по всем пунктам. Ведь издревле их основой являлся римский народ. Но как я уже было сказано ранее, я вам не просто так с такого далека начинал э, объяснять тему предпосылок реформы Гая Мария. Вот сейчас вы поймете, к чему я все это время вел. Дело в том, что вот пока велись все эти войны, пока аристократия вытесняла мелких землевладельцев, проводила очень непопулярные в народе действия с нагнетанием налогов, изъятием экономических прав у простого населения, народ как-то так немножко начал хейтерить сенат и с течением времени аристократия мало того, что стала прямо противопоставляться народу, но так к периоду еще 104 -го года до нашей эры стала намечаться, намечаться тенденция вовсе исключить народ из системы управления. Теперь когда в среде самой знаете произошел раскол, консерваторам не хватило той самой поддержки большинства, ведь за период войн народ его самая дееспособная часть не в обиду девушкам, но это мужчины для Древнего Рима, отождествляла себя скорее с военной значью, чем с пресловутыми сенаторами, занимающихся разве что дипломатией, политическими интригами и постоянной ересью в экономике. Плюс сюда, плюс еще один кризис к уже названным ранее. То есть здесь уже кризис на кризисе, кризисом погоняет. То есть, несмотря на... Ну, сейчас мы их более подробно огласим. В Сенате дебаты. А германцы, друзья мои, все еще грабят Нарбону. Марий предлагает перевести легионы. Уже Марий вносит следующее предложение. То есть он прям бесконечно Сенат своими предложениями забивает, его партия поддерживает тоже все эти решения, пытаются продвинуть, аристократы, олигархи пытаются противостоять, у них это получается весьма сомнительно, но пока все-таки достаточно значительная часть Сената противостоит реформам Гая-Мария, их нельзя окончательно принять. Вот в чем вся проблема. То есть затянули они с этим, очень сильно затянули. Мария предлагает перевести легионы на новую систему обеспечения, создав единое для всех унифицированное обмундирование и оружие. Из этого, из этого следует логически отмена имущественного ценза, по которому раньше, собственно, делили войска по подразделениям, как я вам и говорил. Нужно также понимать, что обращение Гастат принципа триарии еще долго не уйдет из бытового военного лексикона. Обращение триарий можно встретить в эпоху Сулы и даже Цезаря. Но к тому моменту патриариям понимались не столько войсковые единицы, сколько в целом опытный ветеран, тогда как Гастатом все так же могли назвать неопытного новобранца. Но ни в коем случае не подразделения войсковые. Ну, в смысле, категорию войсковых подразделений. В общем, так или иначе, но переведя легионы на постоянную основу, Марий убирает из армии имущественный фактор, что, что означало открытие равного доступа в легионы, достаточно широкого слоя римских граждан. Отныне любой, от мала до велика, каким бы он бомжом не был, если он является римским гражданином, он может прийти в легион, не опасаясь, что из-за нехватки монеток в кошельке на добротное оружие его определят там в какие-нибудь велиты или еще хуже в акцензы. Теперь он в любом случае получит кольчугу, шлем, щит, меч, а все остальное по мере необходимости. Так Марий убил одним выстрелом еще одного зайца. Продвинув в Сенате ярко популистскую идею, он также увеличил процент тяжелой пехоты в римских армиях, что удваивало эффективность таких формирований. И снова споры. Все понимают, к чему ведут предложение Мария, как пробка, накопившаяся со времен пунических и македонских войн, то есть еще со времен 3- э, середины второго веков до новой эры. Остановить этот поток консерваторы не могли по факту, как я уже и говорил, из-за элементарной нехватки поддержки. Но до последнего они не давали свободного прохода преобразования Мария. А германцы, друзья мои, наши доблестные, прекрасные, просто замечательные, великолепные германцы, все еще грабят Нарбону. И тут у Сената окончательно бомбануло. Дело в том, что два римских легата были разбиты на голову, и германцы, окончательно разграбив нарбону, так посмотрели на Италию. О, а че? Апеннинский полуостров, в общем-то, прикольная тема. Аго, короче, в Цезальпинскую Галлию, а оттуда в Лаций, то есть ближе к Риму. И вот тут у Сената бомбануло. Нельзя было допустить вторжение варваров в Италию, на исконные земли Рима, что несло бы по сути прямое оскорбление всем римлянам, не говоря о том, что здесь есть только власть народа и сената Рима, людей нужно защитить, римскую культуру спасти, ну и производственные земли аристократии тоже. Нет, ну вам же не приходило в голову, что сенаторы настолько жадны до монеток, что спохватились только когда к ним во двор забежала пара-тройка германцев, да нет, что вы, они, конечно же, только на благо граждан и простых людей начали быстренько соглашаться с Гаем Марием. В общем, закричали сенаторы. «Марий! Да нам уже похер, просто иди разбей-то этих германцев, наконец, нам пофиг, как и чем, и с помощью чего ты это сделаешь. Хоть у Юпитера там в ногах валяйся, но останови вторжение, пожалуй, вста скорее». И Марий такой «Да без проблем, в общем-то, ребят». Только я соберу легионы так, как посчитаю нужным. И ему такие все, давай. Виллы горят, сено тлеет, там рабы разбегаются, народ офигевает. В республике какой-то вообще полнейший ахалай-махалай творится. В общем, Гая Мария прям вот совсем-совсем попросили, чтобы он со всеми этими э, делами проблемками с армиями разобрался. И, в общем-то, Гаймарий дал. Дал римскому обществу легионы, построенные по новому образцу, дал новую военную систему, дал он и германцам гладиусам по самой гланды и заодно сенаторам традиционалистам, у которых в итоге просто не осталось выбора, кроме как согласиться на все предложения про военной партии, получившей теперь всю полноту инициативы с этого момента, по сути, вот по большому-то счету, начинается череда гражданских войн, которая не утихнет вплоть до падения Римской империи. Но обо всем по порядку. Итак, сейчас посмотрим, где у меня тут веселая штука с кимврским вторжением. Так, так, тек, 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 тек. В общем, в чем весь прикол-то? А, вся веселуха на самом деле состоит в том, что Гай Марий, этот прекрасный, просто замечательный человек, он взял, поставил легионы так, как он хотел, и в первом же сражении нанес поражение Кимврам в битве при Верцелах 101 года до н.э. То есть вот вы можете видеть, как кимвры постепенно с севера продвигались, вошли в Нарбонскую Галию, разбили римских легатов в битве при Ауризионе в 105 году до новой эры, затем в 102 разбили в, при, в битве при Аквы, Аквах Секстиевых и вторглись в Цезальпинскую Галию. Вот тогда-то у римского сената бомбануло, они сказали «иди-ка ты, Марий, и воюй с германцами». Гарри пришел и в битве при верцелах 101 года разбил германцев и таким образом остановил вторжение Кимвров на полуостров. Но Марий не смог применить свои успехи в политике, скажем так, мягко говоря, не, успе... не сумел. Дело в том, что как только он одержал победу, в 101 году до новой эры. Вот этот момент, 101 год до нашей эры, он почему считается временем установления реформы Гая-Мария? Это не имеется в виду, что в Сенате была принята какая-то бумажка с таким перечнем, ага, вот сейчас свиток мы развернем, и там будет перечислено, и написано, вот это вот реформа Гая-Мария. Нет. Просто Гай Марий, он осуществил свои предложения, которые, по сути дела, Сенат так и не одобрил, но по факту Сенату пришлось смириться с тем, что Гай Марий вот так вот все повернул. Извините, германцы шли уже убивать тех самых жирненьких, няшненьких римских аристократов. Тут уже как бы выбирать не приходилось. И Марий, кстати, нужно сказать, он тоже продвигал на свои военные посты людей из низшего сословия, то есть он был ярко выраженным популяром, помимо того, что он к провоенной элите относился. И практически сразу же после своего успеха Марий расправляется над собственным ставленником, вышедшим из-под контроля, народным трибуном Луцием Сатурнином. И, по большому счету, это привело к падению авторитета Гая Мария. Луций Сатурнин был когда-то его большим другом. И как раз Луций, он и пытался продвинуть, типа, давайте вернем власть народных собраний, давайте восстановим все, как было в самом начале Римской Республики. Но вот что-то как-то... Что-то не пошло, и в итоге он начал такие лозунги скандировать, что Гайу Марию пришлось убить его. Вернее, он сам его не убивал, просто люди ворвались на виллу и порешали несчастного Луция. После этого Гай Марий, ну, был, по сути дела, объявлен преступником. Он совершил преступление, он не имел права убивать этого человека. По римскому законодательству он был соучастником убийства. И, соответственно, это большой шрам на его э карьеру поставила и в общем-то его изгоняют из Рима, когда он пытается вернуться, так и на первое место у нас здесь выходит такой прекрасный человек, о котором мы сейчас поговорим и о диктатуре которого слагают легенды. Это, конечно же, так с Гаем Мари мы, наверное, уже прекратим. И перейдем к следующему, к следующей части Морализонского балета. Это вот этот вот прекрасный, отличный, красивый паренек. Можете не гадать, эту замечательную личность зовут Сула. После союзнической войны, события, которые в рассмотрении при причин становления принципата нам вообще не интересны, После союзнической войны уже даже провоенные сенаторы видели до опасности возросшее влияние Гая Мария. В итоге ему было отказано в очередном консульском сроке, да и по большому счету, всю ту сумасшедшую деятельность, которую предпринял Гай Марий, нельзя назвать конструктивной. Современникам было понятно, что в целом Марий, кроме Кимворской войны, никакой политики больше продвигать не мог. Его изначально низкое происхождение делало его белой вороной в Сенате, а народ, остыв после Кимворской войны и тем более после убийства Лация Сатурнина, просто охладел к Марию. Далее у нас начинаются те самые события Первой Митридатовой войны которые вот прям подробно нам тоже не интересно. Мы сейчас будем говорить про только исключительно римский контекст понимания происходящих событий. С начала Митридатовых войн, то есть Первой Митридатской войны, Марий попытался вновь занять командующие посты. На этот раз его просто выгнали из Рима. Вообще, к черту его послали, сказали, не возвращайся, вернешься, тебя вообще порешают. В 88 году до новой эры, пока товарищ Сула, о котором мы с вами так вскользь заговорили, ведет удачную военную кампанию в Малой Азии. Как вы можете видеть, как представлялась собой система контроля Римская, уже, уже поздней Римской республики, но все еще работающий по очень супер раннему образцу. То есть, по сути дела, соста делалась система городов, через которую налаживалось сообщение. И по ним римские легионы проникали в Малую Азию и дальше уже вели там военные действия. Кстати, Сула он предотвратил вторжение Митридата на территорию Греции и разбил его и уже тогда получил, скажем так, славу очень доблестного, прекрасного военачальника. К сожалению, дальше Марий ведет себя совершенно неадекватно. Марий при поддержке войск очередного своего товарища из провоенной знати, который относился к популистам, Луция а вот теперь э, застрелиться мне, прочит э, чтобы я вспом правильно произнес его фамилию. Э -э а, Лу господи, Луций Цинна, да, вспомнил, Луций Цинна. Марий при поддержке войск Луция Цинна, э, тоже изгоя римского общества, вернее римского сената, собирает легионы и идет в Италию. Э -э Марий потерпел поражение от Сулы. То есть Сула, мало того, что воевал с Митридатом, ему еще пришлось начать войну с Гаем-Марием. Сула успешно разбивает Гая Мария, после чего сам Мари бежит в Рим, занимает его и начинает просто жесточайший террор. Без суда солдаты Мария казнили любого сенатора, даже высоких должностей консульских и преторских. Смерть Мария в 83 году, то есть достаточно скоро после того, как он занимает Рим порождает начало гражданской войны. То есть это уже борьба сторонников Сулы с оппозицией Гая Мария. Война длилась достаточно быстро. Началось все с того, что Сула, как вы можете видеть, он был до этого занят на Митридатовой войне. Он как раз вернулся с востока. Через, бру... через порт Брундизия он высаживается в Великой Греции. И идет, наносит в Брундизии поражение первым марианским войскам, идет через торрент -капу в Рим. И в битве при Принесте 82 года наносит поражение еще одной армии марианцев. И, в общем-то, на этом, по сути дела, заканчивается гражданская война марианцев и суланцев. Заканчивается она безоговорочной победы Суллы. И тут же Сул объявляет врагами Сената Римского народа всех, кто участвовал в беззаконии Гая Мария. То есть в тот самый момент, когда марианцы начинали устраивать расправу над всеми неугодными консулами и преторами. А по факту в список изменников попадают просто политические противники Сулы и сенаторских партий оптиматов. Это важно. Если Гаймарий и практически все его ставленники это популяры, то есть сторонники народа, то Сула, он ярко выраженный оптимат. Он сторонник древнейших аристократических римских домов. В итоге, без труда разбив разрозненные силы сторонников Мария, Сула в 82 году до новой эры добивается от Сената назначением себя бессрочным диктатором республики. Сула начина... И вот казалось бы, ну что тут, какие проблемы-то? Вроде бы сенаторская партия, самая, скажем так, представленная в самом Сенате, то есть это аристократы-олигархи, они добились своего. Их военачальник одержал победу а фиг там. Сула начинает вести уже собственный террор, превосходящий по своим масштабам расправы Гая Мария. Будучи сторонником аристократии, казалось бы, то есть продвигавшим интересы аристократии, в этом случае военной, конечно, как ни странно, Сула практически не имел конкурентов, а со всеми возможными расправился тут же, как только получил диктаторские полномочия. просто мгновенно он издает список людей, которых нужно пугионами и Гладиусами резать без суда и следствия. Вот такой вот у нас был прекрасный парнишка Сула. Казалось бы. Ну, никто не, ожи... никто не ожидал, с какой стороны может прилететь. Вроде бы все было хорошо, а фиг там. А Сула, как выяснилось, был не такой уж и дурак. Не стоит игнорировать, и сейчас поймете, почему он вроде бы был и оптиматом, но все его дальнейшие действия, они в итоге привели к э, установлению все-таки больше популистских каких-то идей. Не стоит игнорировать такие стремления Сулы, как укрепить римские магистратуры и всячески перенаправить народные массы граждан из низших слоев экономического производства в политическую сферу. Ну, видимо, это сделано, чтобы по возможности не допустить обнищания римлян, исключительно жителей Рима. Вот сейчас это важно. Вот пока, пока я, вот до определенного момента я буду говорить слово «римляне», это значит вот только парни, которые живут в городе Рим и являются его гражданами. То есть это никакие не приезжие левые ребят. Вот римляне это только парни живущие, и парни и девушки живущие в городе Рим. Он пыта... Сула пытается не допустить обнищания римлян, что несомненно укрепило позиции сената и самого диктатора. Для компенсации кризиса, когда даже имеющиеся земли и рабы, их просто не хватало для недопущения стагнации, и не помогало даже то, что за счет завоеваний в республику огромное количество средств идет от покоренных народов. Сула начинает отбирать земли у италиков, окончательно отрезая всех, кто существует за пределами Рима, от возможности вмеша вмешиваться в экономику. Роль провинциальной знати и так незначительная полностью сходит на нет. Сам Сула определяет свои действия как обновление государства. При этом... Даже сам Сула не исправил одной из основных причин политика общественного экономического кризиса. Все так же римские территории, распространяясь на большую часть средиземноморского региона, не имели единого центра и напоминали государственное устройство полисной Греции, где каждый город существует отдельно от другого. Только в случае с Римом все подконтрольные территории были именно покоренные и подчиненные Риму. Впрочем, по факту это, в общем-то, мало что меняло. Тут также нужно сказать, что Сула один из первых, кто начина... вводит такое понятие, как император. На его статуях и... и вообще любых сообщениях, оставшихся о нем, можно встретить такую надпись, как Сула-император. Это нормально. Дело в том, что империй э, до определенного момента не, э, и слово император не, не означало вот э, тот э, какого-то значит близкое к монархическому опри положению лица. Ну, в общем, это не было обозначением такого полумонарха. Все-таки император он не совсем монарх, тем более для этого периода, для ранней, для ранней империи. Но об этом попозже. В общем, император это просто парень, чье влияние распространяется на самые большие территории Римской республики. То есть, ну, в случае с диктатором тут все понятно. Он просто имеет здесь привилегированное положение, так что пусть вас не смущает, что Сула называет себя императором. Республика... Хотя, наверное, еще скажу пару моментов про Сулу, то, что он в 79 году отказывается от своих диктаторских полномочий, причем совершенно неожиданно для всех. Сенату удалось перетянуть на себя власть и не допустить становления нового диктатора. Ну, скорее всего, это было связано с общей усталостью от репрессий, постоянных кровавых расправ. Консульское место занял, э, занял Эмилий Липит. Противник Сулы, как неудивительно, из чего бы это да, Сенат поставил противника Сулы консулом. Примечательно, что за отречением не последовал совершенно никакой расправы над самим Сулой. Можно считать это следствием проводимой им политики, которая в целом соответствовала интересам большинства сенаторов, а их возмущение по поводу расправ и появления в Сенате представителей солдат. Да, я еще упустил такую вещь, что Сула хорошо так расширил состав Сената за счет того, что впустил туда самых знатных представителей всадников, то есть военного римского, военизированного римского сословия. Около 300 человек таких вошло в Сенат при Суле, но все равно возмущение Сената по этому поводу было скорее показное, чем искреннее. И, к сожалению, после отречения Сулы, Республика снова погрузилась в кризисное состояние, ну, но она из него по сути не выходила, просто Сула хоть что-то делал. Пусть аристократия прекрасно понимала опасности текущей общественно-экономической раздробленности, но совершенно не имела представления о том, что с этим делать. Начался застой, и спонтанный, я бы даже сказал, интуитивный ответ народа Италии не замедлил дать ответ. А теперь мы поговорим с вами о таком прекрасном моменте, как восстание Спартака. Что же это такое? А для того, чтобы ответить на вопрос, откуда у нас вылезла такая замечательная сущность, как Спартак, нужно на самом деле просто посмотреть все кризисы, которые мы перед вами перечисляли. Ну, в общем-то, что произошло? В 1971 году до новой эры, когда уже пост сулианский такой шок остыл, то есть от репрессий все окончательно остыли и, казалось бы, такой оттепель началась. Но тут на территории Италии, близ города Капуи, вспыхнуло восстание рабов-гладиаторов. И тут многих интересует вопрос. Как войско, изначально состоящее из, там, по разным данным, от 70 до 90 гладиаторов, превратилось в 120-тысячное мятежное формирование? Для ответа на этот вопрос нужно просто обратиться ко всему тому, что я сказал до этого. Значительная часть италиков обнищала. Ненависть к латифундистам, то есть аристократам, крупным землевладельцам, которые узурпировали всю экономическую власть, ненависть к ним процветает. Все силы направлены на борьбу с внешними врагами. В Италии только гарнизоны, порядок уязвим. Подобие эко падение вообще в целом падение экономики... И полное отсутствие в ней мелких каких-то элементов, практически полное вытеснение из нее народа, плюс огромное количество рабов, которое в некоторых регионах в разы превышало количество свободного населения. Все это привело к, одно, к одному из восстаний, которое в итоге превратилось просто в массовый исход. Ну, под массовым исходом я, конечно, имею в виду то, что куча просто италиков взяла в руки оружие. То есть, кроме рабов, которые не, не были гладиаторами. Гладиаторов тут, кстати, было, судя по всему, меньшинство. И отсюда, в общем-то, и ответ на вопрос, как отряд в менее чем 100 человек стал войском 120 тысяч. Даже если эта цифра преувеличена, ясно одно, восстание было глобальным. Заблуждением я бы назвал то, что восставшие были в основном гладиаторами. Да, рабы из числа аренных борцов подняли мятеж под капу, но основная масса примкнувших к ним людей – это, конечно, освобожденные или также восставшие рабы, но в основном на производственные, то есть те, которые работали на полях, там скот пасли, вино гнали и э э э э всякими другими грязными вещами занимались. Это также беднейшие италики и все, кто готов был нажиться на восстание, то есть торговцы оружием, пираты, наемники. Известно, что Спартак старался уйти с полуострова, и для этого он нанял пиратов с Сицилии, но те, в общем, по большому счету дали деру. Вроде бы даже я слышал такую вещь, что Спартак им награбленные с территории Италии денежки достаточно большую сумму отгрузил. Они договорились о том, что пират, в пиратский флот их встретят в назначенном месте. Они такие пришли, а пиратов нет. И подам пам Но это будет уже, конечно же, немножечко позже. Основные, основная ошибка властей это то, что еще на этапе, когда восстание было скорее мятежом небольшой группы рабов, их пытались поймать местные гарнизоны или еще хуже вспомогательные гарнизонные отряды, вооруженные там чуть ли не дубинками и там не знаю применяющие оружие только в случае крайней необходимости. И то дубинки оружием сложно назвать, когда речь идет о противостоянии гладиаторам, то есть все-таки оружие они похватали, рабы, я имею в виду, похватали оружие. Нужно также сказать, что рабы под Капуей были из числа бывших римских же граждан, в том числе не большинство, но были, например, выдвигается такая версия, что сам Спартак, он, судя по всему, служил в римских легионах, в фракийских войнах. То есть это, ну, вот, по примеру Спартака, были римляне, попавшие в долговую кабалу, либо проданные в рабство своими отцами. Кто не в курсе, римское право дает отцу семейства право трижды продать своего ребенка независимо от пола в рабство с возможностью позже выкупить обратно. Если отец три раза продавал в рабство, то после этого, независимо от возраста, ребенок считался эмансипированным, и с него снимались, снималось покровительство отца. А все сделки, касающиеся ребенка, считались с этого момента недействительными. Но чаще всего продавались один раз кому угодно, кто давал цену, а это мог быть в том числе и торговец людьми, который потом просто перепродавал такого раба на арену. И вот примерно так в том числе беднейшие слои даже римлян попадали в рабство. А это о чем говорит? О том, что население просто нищало с, несчаст... с ужасной силой. То, что гражданам приходилось в поисках хоть каких-то средств обращаться к вот таким вот... Не самым а, высокоморальным действием. Это, конечно, не массово, но прецеденты имеются. Они опис... Давай. А мог стать любой ну, при большом желании, конечно, любой мог прийти на арену и сказать, хочу драться. Но и надо понять, что с него тут же все привилегии снимались. То есть не он не то что потерял гражданство, он становился пораженным в правах гражданином. То есть я не знаю, какой сумасшедший придет на арену сражаться. Я комод, ну нет, не знаю таких прецедентов. Вот комод, э... не знаю, насколько эта история легендарна или правдива, но вот разве что. Не... я не рискну заявить, что граждане добровольно шли на арены гладиаторами становясь, чтобы сражаться. Но это уж совсем небольшое сумасшествие. Ну, в общем, многими римскими юристами описывается такая ситуация, когда рабами становились из-за долгов. Ну, как ни странно, не будем опять же говорить про первые поражения консульских армий, двух консульских, консульских армий. Перейдем сразу к тому, как Марк Крас, прекрасный, доблестный, потеряв, по-моему, два легиона и то по глупости своего военачальника, все-таки смог выбить Спартака в самые уголки такие полуострова. Ну и, в общем-то, вот вам социальный смысл восстания Спартака. То есть это воплощение общественно-экономического кризиса Римской Республики максимальное нищание не только, ну, не максимальное, а значительное обнищание римского населения и италиков, огромное количество рабов на территории полуострова, которое, опять же, повторюсь, зафиксированный, ну или такой, судя по всему, факт достаточно исторически известный, что в некоторых регионах количество рабов в разы превосходило число свободного населения, то есть подавляло. И то это не помогало как-то хорошо так наживаться простому народу и иметь с этого хоть какой-то профит. В общем, как всегда, римлян ненавидели, италики, италики не воспринимались всерьез римлянами, и те, и другие вроде бы как нищали, но италики нищали еще сильнее. Потом внутри самих италиков был, конечно же, раскол общественный. У них тоже было все-таки определенное деление на более состоятельных, менее состоятельных. И все это создавало вот такую напряженную атмосферу всеобщей ненависти. И вот этот вот взрыв, вот этот бум, который дал... Достаточно нельзя сказать, что большим восстанием группу в 100 человек, большим восстанием несложно назвать, но вот это такая искра, которая породила просто огромный гигантский взрыв, на подавление которого был направлен значительные силы. Так что дело даже не в самой личности Спартака. Не он-то кто-то другой бы восстал, а в самом факте, что восстание настолько стало выражением протеста всех италиков против сложившейся экономической формации, что Риму пришлось театров военных действий на севере срочно возвращать несколько легионов в Италию. В итоге, после поражения двух консульских легионов на полуострове, количество легионов достигло 8 штук. Это о многом говорит скажем так, на покорение крупных государств, куда более э, в некоторых смыслах мощных, чем Римская Республика, и то меньше сил выделяли. В 71 году после поражения еще двух легионов Красу пришлось прибегнуть к децимации. Там боевой дух просто упал ниже некуда. Это, наверное, исключительный случай. Вообще к децимации это казнь каждого десятого в легионе. К такому наказанию прибегали крайне редко. И вот события восстания Спартака это чуть ли не единственный случай, когда к децимации вот реально массово прибегли. В общем, числом удалось забить восставших в окраины полуострова и разбить их в конечном счете. Вроде бы победа краса, но проблема даже не в том, какой ценой, а в том, изменила ли это расклад, ушел ли кризис. А проблема -то в том, что кризис-то никуда не делся, хоть восстание было подавлено. И всех восставших вдоль опиевой дороги распяли. Может, после время для вопросов, чтобы задав... Да, после лекции обязательно будет время для вопросов, так что у меня тут модератор жалуется, его, видимо, вопросами начинают забивать. После... А, да-да-да. Ну, мы тут мы, мы же договорились в самом начале, что вопросы мы будем задавать после. Так что у вас будет обязательно время. И вот э, проблема Римской Республики так и осталась в том, что ее управление рассчитано на уровень города-государства. И вот, наконец, настал тот самый знаменательный момент. Мы с вами пропустим еще парочку-троечку десятилетий. Цезарь Крас и Помпей. В 60 году до новой эры Юлий, Цезарь, Помпей и Крас объединили ресурсы с целью захвата власти, образовав таким образом первый сговор или первый триумвират. И, в общем-то, на самом деле первый триумвират, он не так прост, как вам может показаться. Насчет его предыстории. Происходит э, Цезарь из не самого сильного патрицианского рода Юлиев. Считается, этот род не самым мощным и большим домом, поэтому и отношение к нему на первых порах было как к какому-то странному мелкому аристократу, который сумел заручиться поддержкой Помпеи и Краса только с помощью этого союза добиться высокого положения. Отец мало отлич... отец Гая Юлия Цезаря мало отличился в Митридатовых войнах, о которых мы с вами уже говорили. Есть сведения, что сам Цезарь управлял каким-то небольшим подразделением во время этой войны и внес свой вклад, блокировав дорогу союзным Митридату силам, не дав им пройти на восток Малой Азии. Но в остальном Цезарь был известен за свой поход в Дальнюю Испанию, после которого ему отказали в праве триумфа. И это как раз связано и с его низким происхождением. Ну, в смысле, да, он был аристократом, но все равно не настолько крупным, чтобы вот так ему взять из балды разрешить с триумфом войти в Рим. Но Гай Юлий Цезарь на этом не останавливается. Он получает э, магистрские должности. В течение 77-69 годов Цезарь начинает просто карт-бланш, э, начинает э, осуществлять план Маннергейма по быстренькому завоеванию на западные и восточные фронты своей популярности. Он привлекает к суду суланцев, то есть сторонников, бывших сторонников Сулы. Сулы к тому времени уже был мертв, но и вот сторонники живы, никто, никто же не забывает, кто на чьей стороне сражался. И как ни странно, судебные дела Гаюли Цезарь выигрывает. А в 69 году он восстанавливает статую Гая Мария, чем вызывает небывалый всплеск активности марианцев в Сенате, и они его начинают поддерживать. Надо понимать, что, конечно, не всех марианцев удалось убрать. Многие из них пережили Сулу. И вот зачем все это, вы спросите? Вот, вот, а все просто. Разделяй и властвуй, друзья мои. Суланцы – это сторонники оптиматов, я об этом уже упоминал, то есть аристократии из, из статуса олигархов в своем самом однозначном виде. Амарианцы, напротив, это популяры, сторонники народа. Они были уже к тому времени малочисленны, но тем не менее их обострение после действий Цезаря вызвало усиление и новую волну раскола внутри Сената. Итак, Цезарь в лице народа стал тем человеком, который восстановил партию популяров в Сенате, восстановил партию нар народоборцев. А популяры выдвигали народнические идеи. Ну, вообще само слово популис означает народ. Просто народники это я на русский так слишком вульгарно перевожу. И такие парни всячески пытались вернуть значимость трибунов, народных собраний в решении государственных дел, то есть вернуться опять же к истокам Римской Республики. И Цезарь, став заступником таких вот ребят, которые в основном были представлены марианцами, отчепенцами, а для аристократии того времени вовсе, вовсе изгои, э, изгоями считались марианцы, Цезарь превратился в мученика и уже тогда стал в народе известен, да и аристократы о нем заговорили на полном серьезе. Так что вот вам ответ на вопрос, на кой черт вообще Красу и Помпею понадобился какой-то мелкий аристократишка, выскочка, неудачник, которому после удачной войны отказали в триумфе. Так себе военачальника и прочее, прочее уничижительное, которое все перекрывалось главным козырем Цезаря. Он стал ассоциироваться с простым народом, возродив и возглавив в Сенате партию популяров. Вот такие вот офигенные, товарищи мои, дела. Дальше у нас происходит заговор Кателина, прекрасного государственного деятеля поздней республики, который, ну вот честно, на мой личный взгляд, просто попал под раздачу. Деятельность Цезаря вводит нас на первый заговор Кателины 63 -го года до новой эры. Цезарь отказыв... оказывается в него втянут. Основной лозунг заговорщиков – погасить за счет аристократии средств казны долги народа. Несмотря на огромный приток богатств в Рим за счет войн, это не способствовало ни в коей мере процветанию простых граждан. А как вы могли заметить, это просто красная линия идет еще с, с, с середины второго века, на самом деле с конца третьего века, даже давайте так будем рассматривать. То есть практически эти проблемы начались еще в Пунические войны, в завершении Второй Пунической войны и во время Македонских войн вот такие проблемы уже были. Несмотря на победы и огромный приток богатств в Рим за счет войн, это не способствовало ни в коем случае обогащению простых граждан. Напротив, вызывало подпольное ростовщичество, которое процветало, несмотря на запреты, жестокие наказания. То есть ростовщичество даже на официальном уровне запретили. Вот настолько даже простые граждане были вынуждены обращаться за, обращаться за спонсированием и попадали в долги таким образом. И настолько вот это вот запрет ростовщичества не помогал, что даже подпольно умудрялись все это делать. И все равно попадали в долговую кабулу, и все равно народ потихоньку нищал. Часть, в Рима, часть Римлян попала за второй первого века до новой эры в долговую зависимость и не могла из нее выбраться. Вот по сей, собственно говоря, день, когда происходил заговор Кателина. Так вот, Кателин Катерина предлагал вообще осуществить военный переворот и привести к власти только представителей народных собраний, а из Сената всех оптиматов выгнать нафиг, оставив только популяров и таким образом возразить старый республиканский порядок, где Сенат отожествляется с народом. Но заговор, к сожалению, раскрыли, не без помощи, кстати, марка Тулия Цицерона, о котором мы с вами чуть позже э, вскользь э, угол, поговорим, когда будем про. Э, идеологию принципата э, говорить прекрасный Цицерон э, читая э, в сенате толкает свою знаменитую обвинительную речь против Катилины которая войдет в историю как высшая просто точка концентрации римского ораторского искусства. На что давил Цицерон? В основном на то, что якобы благие намерения Кателина на самом деле это всего лишь маска, скрывающая за собой лицо диктатора, который, придя к власти, заручившись поддержкой народных масс, несомненно повторит кровавые действия Суллы. И если посмотреть, то Кателина называл еще помимо того, что он такие вообще резкие Планы выдвигал очень стрёмные. Он еще называл себя реставратором республики. А это, согласитесь, очень похоже на то, как Сула на себя, себя называл устроить, э, устро, устроителем республики. Прибавьте сюда еще и то, что большинство влиятельных сенаторов были все-таки сторонниками олигархии, то есть оптиматов. И вам станет понятно, почему в итоге число попули... чисто популистские речи Катерины привели к его закату. Конечно, олигархам невыгодно, как э, кому-то э, кому там что-то платить, тем более допускать плебс в Сенат. Отказывается, э, тем более отказываться от собственной власти. Сторонников коктилины позже задушат в Мамертинской тюрьме, хотя сам заговорщик еще проживет какое-то время. Влияние Цезаря, вот сейчас внимание, влияние Цезаря в сенатских кругах популяров. и э, э, была настолько велика и его известность в народе, что его имя в деле Кателины даже не упоминалось, хотя все без исключения знали, что Цезарь причастен к этому заговору. Также к заговору имел отношение Марк Крас, но его тем более не трогали. Вернее, старались не трогать, да, конечно, его там задели, но от него быстро отстали. В итоге Помпей и Крас, видение адекватное по их мнению поведение Сената открыт, э, и открытый страх перед любыми популистскими идеями, встретившись в 60-м году, э, даже, наверное, скажем так, не встретившись, а, но ну, они, конечно, встретились с Цезарем в 60-м году, но самое главное, Цезарь предложил им объединить силы в деле устроения республики. Они решили согласиться и разделить власть в стране, взяв на себя самые важные ее части. Этот сговор Цезаря, Помпея и Краса носил неформальный характер, а личный и носит название триумвирата, то есть внимание. Переводится как сговор. То есть чувствуете, да, какая последовательность событий. Сначала заговор Кателина, который чисто вот прям такие идеи выдвигает, ну, резкие, я бы даже сказал, неадекватные для того времени и которые, наверное, в общем-то, неудивительно, что большинством знати были восприняты крайне негативно. После этого заговора, вот, казалось бы, раскрыли. И участниками этого заговора являются одни из самых сильнейших и популярнейших представителей Римской Республики, то есть это как минимум Цезарь и Крас. Цицерон, кстати, тоже в это был втянут, но Цицерон вовремя дал попятную. И, в общем-то, насколько можно судить, Цицерон именно этот заговор и раскрыл. Вот смотрите, после такого заговора следует сразу же сговор, где, извините, два человека из трех, как минимум, было точно доказано для того времени, что эти два человека являются участниками заговора. Тут же происходит личный сговор. То есть, по сути, три мужа пошли на заговор против Сената с целью рано или поздно осуществить как минимум часть предложений Кателина. Так что я вам тут неспроста впариваю про этот заговор. Посмотрите на дальнейшее развитие событий, и вам будет понятно, что Цезарь, Помпей и Крас никогда не были друзьями или товарищами. Нет. Их объединяло общее дело, связанное с продолжением народнических идей в Сенате и выставлением их на первый план. Не падайте в обморок, но по определению самого же Цицерона, общее дело народа и есть не что иное, как «рес популис» республика. Триумвиры пошли на сговор против Сената, но не против республики, а наоборот. Они как раз и стремились осуществить ее главную идею – сплотить народ и сделать его, вовлечь его в управление государством. Ну, вернее, внешне это так выглядело. Понятно, что за этим еще стояли амбиции личные самих Цезаря Помпеи и Крас. И вот тут много вопросов поднимается. Первое. В общем-то, это все кризисы, которые до этого накопились. Что с этим делать? Как сплотить разрозненный народ? Система общества в республике на момент жизни триумвиров соответствовала только тем механизмам, которые были актуальны только когда Рим был еще небольшим городком в Лации. А теперь Рим, извините, стал огромным городом. Его власть верховенствует над Средиземноморьем. Но вся система только для одного города. Отсюда, в общем-то, и все проблемы. Триумвирам нужно было найти ту точку, которая дала бы выход из кризиса общественного, политического и экономического. Но что мы видим? Крас побежал воевать с парфянами, Помпей ушел в дальнюю Испанию, тоже воевать с местными племенами, и периодически возвращается в Рим для устроения дел. То есть триумвиры работают по... Старинки, зная, что им нужно, они понятия не имеют, как это осуществить, и предпринимают некие интуитивные действия, которые в целом ни к чему не ведут. Итак, триумвират сформировался в 60-м году нашей эры. А теперь самое интересное. Цезарь. Прекрасный наш парнишка. Опа который в 59 году Новой Эры был назначен проконсулом Цезальпинской, Нарбонской и Нарбонской Галии, а также Иллирии. И тут сразу нужно заметить, что он начал заниматься весьма специфической административной деятельностью. То есть вот из этих трех триумвиров двое продолжали действовать по старинке, и только один Цезарь, у него была какая-то тактика, и он ее придерживался. Будучи проконсулом, то есть консулом с особыми полномочиями, Цезарь состо... создает новые администрации в Галиях, не похожие на римские администрации в других краях республики. Он делает их сверхуполномоченными, экстраординарными, и передает им такие же полномочия, которые действуют в администрациях для римских граждан. И тут вопрос, вот на кой хрен он это делает? Вот казалось бы, вообще нелогично. Кому такое в голову придет? В Нарбонской и Цезальпинской Галии, где есть, конечно, некоторый контингент не самых, поверьте, счастливых римских граждан, но 90% населения считаются полуварварскими гальскими племенами, то есть они наполовину романизированы. И тут Цезарь как раз в этом месте делает чисто римские администрации. Ну, к первому веку нашей эры, конечно, население Нарбонской и Цезальпинской Галии уже достаточно сильно романизировано, да и сами римляне в быту ту же Нарбонскую Галию называли просто провинцией Рима, как бы намекая, что это ну, настолько римская территория, что дальше просто уже вот, вот, ну, некуда, вот дальше только космос и бесконечность. Но все равно ее население в большинстве своем все еще в статусе покоренных народов находится. Так что Цезарь, он, скажем, на первый взгляд, взгляд действует очень, очень странно. Так зачем в таких местах вводить магистратуры Рим, по, по римскому образцу, которые только раньше действовали только в рамках города Рима, которые работают только для граждан, собственно, поэтому они в рамках самого города только и действовали местным это, местным жителям, то есть тем, которые живут на подвластных Цезарю территориях. Это, конечно, нравится. Они-то понимают, к чему все идет. А роль римского гражданина многое дает жителям республики, хочу я вам сказать. В Сенате, зная о таких действиях, Цезаря считают чудо... чудаком. Он какие-то странные вещи вытворяет. То есть, понимаете, насколько сенаторы, особенно из числа оптиматов, вообще не понимали, что готовится Цезарем? Долго, скажем так, Цезарю такой странной административной деятельностью, к сожалению, не пришлось заниматься. В 59 он получает свой империй, ну, «империи» в кавычках, конечно, а в 58 году до новой эры случается известный всем прецедент с гильветами, римский легион вступает на территорию Кельтики, то есть э, территорию Галлии, которая не являлась римской. И тут понеслась. В 58 году Цезарь начинает набор 11 и 12 легионов. Но где? В провинциях, где доля римских граждан крайне мала. Он, по сути, набирает легиона не до римлян и говорит: А нет, это не простые покоренные народы, это и есть римляне. И они отныне такие же граждане Рима, ведь служат в легионе. А разрешил им это я, Цезарь. Ведь я проконсул, имею чрезвычайные полномочия на территориях. Так что с юридической точки зрения, Цезарь. Он мог, в общем-то, много чего вытворять, и он много чего начал вытворять. Собственно, он воспользовался своими преференциями. Чтобы вы знали, легионы, он начал набирать такие без одобрения Сената. Хотя по закону он должен был сначала внести в Сенат на рассмотрение этот вопрос, и только потом, если ему дадут, а ему бы не дали зеленый свет, вот только после этого действовать. И вот тут, тут, тут вот у Сената начало бомбить. Этот мелкий, из нищего рода попу... популяр хренов. Чего вообще там он с... себе думает-то непонятно. Мало того, что чудача с магистратурами, так он еще и легионы собирает без разрешения, да еще и не зримлян. Да он просто чудак, он псих, ему лечиться надо. Дело спасает Помпей. Надо отдать ему должное. Он, видимо, даже представляя, что делает Цезарь, он вступился за Цезаря, причем зубами и когтями, и не дал Сенату возможности на Цезаря полноценно наехать. Так что в этом плане товарищ Помпей сработал оперативно. Ну, конечно, это имело свою цену. Кто изучал или смотрел мои видео по Гальской войне, там я говорю, что Помпей от этого говорит, давай, Цезарь, мне легионы свои присылай, нужна поддержка. А дальше идут события грага... гражданской, а дальше идут события Гальской войны, которые в вопросе понимания принципата нам интересны, нам только некоторыми эпизодами. Это безусловно вторая волна набора римских легионов, в кавычках легионов, продолжение сраба... сбрасывания в Рим денег, которыми внимание от лица Цезаря, его представители оплачивали долги граждан и выкупали их из долговой ямы. Кроме этого, с его средств людям вообще просто деньги выдавали, как им говорили за то, что они просто граждане, вот они такие милые, пушистые, прекрасные, вот держи денежку, тебе же нужно что-то жить, тебе нужно, ну на возьми. Цезарь тебе из Галии с приветом пару серебряников прислал. А на деле это постепенно приводит к падению роста ростовщичества, ведь население и так имеет в качестве перманпуда, э, перм... короче, постоянного спонсора Цезаря. И людям не нужно брать денег в долг. Они и так по необходимости, безвозмездно получают чуть ли не каждый, там, а, не каждый квартал, квартал, не каждый месяц выплаты от Цезаря. Теперь вы понимаете, на что была направлена компания Цезаря? Не просто на завоевание популярности в народе, а вернитесь-ка назад и посмотрите на, предпо на предлагаемые Кателиной мероприятия. Так Цезарь. Это в итоге и делал. Он восстановил экономическую работоспособность римского населения и вытеснял ростовщиков, которые уж поверьте, вот, вот ростовщиков жутко ненавидели, но не имея альтернативы, раньше к ним шли, а теперь все поменялось. Цезарь как бы дал всем плебеям второй шанс найти свою жизнь. Вскоре такие вот спонсорские программы стали выходить за рамки города и уже даже италикам в карман попадали денежки. Надо ли говорить, что причиной сверхпопулярности Цезаря в народе были именно такие его мероприятия, а не просто то, что, о, да, он там молодец, воюет в Галлии, чьи-то там интересы, защ... да плевать простым людям, хотелось трижды и четырежды на то, что там происходит в Галлии. А вот то, что такие классные вещи вытворяет Гай Юлий Цезарь, вот это вот прям, ну, все, обнимашки ему надо ставить точнее делать. Цезаря вообще нужно любить, поить чаем, кормить печеньками и в тепленькое одеялка закутывать, чтобы он, не дай бог, не чувствовал себя никому не нужным. Потому что он очень был нужен простому народу. С другой стороны, под конец войны из 12 легионов в его распоряжении только 4 были римскими. Остальные 8 набраны из романизированных жителей Нарбонской и Цезальпинской Галии. Воюя в Галии 9 лет, Цезарь сражался не столько сам за себя, сколько за римский народ. А его популярность и авторитет полководца – это скорее следствие. Тем более, опять же, возвращаясь к событиям в Гальской войне, эм, хочу напомнить вам такой тезис, что изначально Цезарь-то он не показывал себя как такой уж гениальный сверхполководец. За него очень много делали другие военачальники, его легаты, которые до этого уже существенный боевой опыт и авторитет имели. И, конечно же, римские легионы очень хорошо были подготовлены. Про фейл Цезаря в битве при Бибиракте говорить даже не начинаю. Это был чисто его стратегический просчет, который чуть не привел к поражению. Затащили в основном легаты. Но мы сейчас не про события Гальской войны, а просто вам э, хочу напомнить, что Цезарь, видимо, шел в Галлию не просто для того, чтобы кого-то там разбить. Он имел куда далеко, более далеко идущие цели. И тут становится понятно, почему он так кидался на, абразуры, на амбразуры в Галлии. И, в общем-то, становится неудивительным, что очень много его действий оценивали как, в общем-то, э, смелость до безумства. Вот особенно, когда во время проблем с... Э, господи. С Арвернами Цезарь в, чуть ли не в зимнее время пошел перебегать через горы для того, чтобы не допустить э, расчленение своих легионов на несколько частей. То есть это было, ну, прям честно, честно все шло, могло закончиться элементарной гибелью Цезаря. То есть вот понятно теперь, да, почему он в любой ситуации, когда поднимался вопрос «жизнь или смерть», он без колебания выбирал там сделать хоть что-нибудь, но попытаться. Лучше так, чем отступить. И по большому счету выбора у него не было. Цезарь достигает сразу нескольких целей. Народ богатеет, Институт римского гражданства укрепляется, причем не только в рамках Рима, а уже Институт римского гражданства выходит за пределы города. Военные победы дают прирост средств, растет его популярность. Побочный эффект, правда, у всего этого есть. Ненависть аристократов, олигархов и не только. И как следствие, хейт в сторону Цезаря. Хотя на общем фоне это выглядело скорее как лай, доносящийся из Сената и мало что меняющий. В общем, в 50-м году до новой эры Цезарь, похлопаем ему, завершает Гальскую войну полным триумфом. Естественно, его писательская деятельность была хорошим дополнением к его образу такого идеального политика. Тут надо отдать Гаю Юлию должное, он постарался над созданием и полировкой своего портрета. Разумеется, когда он пошел обратно в Рим даже с половиной своего 13-го легиона, то есть он все свои армии распустил, и он шел-то в Рим для того, чтобы войти в город как триумфатор. Это было его, в общем-то, естественное и ну, вот просто вот понимаете, вот 9 лет воевал человек в Галлии. Без остановки, по сути дела. А ему не дают пол, вы понимаете, пол легиона, что это такое. Там было чуть ли не две с половиной человек. Да гады и мрази просто те, кто ему это запретил. И именно такие лозунги скандировали сторонники Цезаря в то время. А сам-то Цезарь, вы посмотрите, какой он беленький, пушистенький, мулепусечка. Он идет к Риму с, переходит Рубикон, что является прямым нарушением римского законодательства. Но он такой: ребята, я не иду узурпировать власть и делать себя сенатором. Я понимаете, я просто хочу, чтобы вы мне дали, наконец, мой триумф. Я хочу войти в Рим как победитель. Признайте его уже меня наконец. Я не хочу войны. Что вы там за бред несете про какое-то то, что я там хочу кого-то свергнуть? Вы посмотрите, я даже все свои армии распустил. Со мной идет пол гребаных, пол гребаного легиона. Вы, ребят, вы чё, вообще не серьезно. Но Сенат, скажем так, хорошенько испугавшись, тут же называет Цезаря предателем, вторым Сулой. И аристократы быстренько давят на Помпея, кстати, по той же схеме, как расправились с Катилиной. То есть реально продвигали идею, что Цезарь собирается быть диктатором и Помпей все-таки решается выступить против своего недавнего союзника. Начинается гражданская война. Говорить о ней мы, конечно же, не будем в рамках темы принципата. Нам не так интересны ее события, зато преобразование, которое делает Цезарь во время войны, особенно касающиеся администрации и в распределении власти, вот это уже то, что нужно, вот это нам и необходимо. Где там у меня? Картинка нужная. Нужна же картинка, да? Без картинок уже не то. О, вот. Первым делом Цезарь распространяет экстраординарные магистратуры, то есть с сверхполномочиями, за пределы Рима, то есть за пределы города, на территорию Италии. Он вводит в Сенат представителей провинции и ведет курс на управление в гражданских на уравнение в гражданских правах италиков и римлян. Так уже при Цезаре под Римом начинает пониматься не только сам город Рим, а все территории Римской Республики. Цезарь выводит управление на новый уровень. Теперь везде без исключения действуют только римские законы. Все органы местного управления других городов, которые раньше действовали по полисной греческой системе, они вот все, эти управление, все это управление упразднено остаются только народные собрания, а высшие управленческие органы становятся магистратурами, то есть римская администрация. А значит и статус местного населения резко меняется. Город Рим начинает перестраиваться, Цезарь реставрирует многие старые запущенные районы, устраивает новые городские инфраструктуры, опять же кучу всяких плюшек сбрасывает народу, но тут уже надо сказать в основном, чтобы не просто увеличить их экономическое состояние, ну а тут уже, конечно, он их балует. Но, как говорится, а почему бы и нет-то, если людям приятно, почему бы им, в общем-то, не скидывать периодически серебряные монетки? и чтобы они веселились и чувствовали себя хорошо. Из состава Сената были вытеснены многие оптиматы, то есть сторонники чисто римской олигархии, авторитет которых упал, понятное дело, ниже некуда, когда они, мало того, что объявили Цезаря изменником, они еще и бежали из Рима вместе с Помпеем. Но Цезарь, он, смотрите, он делает очень хитро, он не идет по стопам Сулы, он не начинает открытых расправ. Хотя он расправлялся на самом деле в тихую со своими уж совсем опасными противниками. Но вы посмотрите, он огромному числу своих э, врагов, в общем-то, которых раньше бы, ну, любой вменяемый военачальник-узурпатор, он бы просто их порешал за первым же поворотом. А он нет, созреть такой, я тебя прощаю. Ну все мы когда-то ошибаемся, ну со всеми бывает. Ну ты же теперь видишь, что ты был неправ. Ему да, 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 все, я не прав, я больше так не буду. Хорошо, все. Я тебя больше не трогаю. Но, конечно, самых опасных он им это все говорил, но потом их чудесным образом находили мертвыми. Самым удивительным. Вот. Но, конечно, это ни в какую. Вот это расправами назвать, даже язык не поворачивается. Если сравнить с расправами Гая, Мария и Суллы, ну, Цезарь тут просто ангелочек. Конечно же. В общем, Рим начал превращаться из государства городского в государство в том смысле, в котором мы его себе сейчас представляем. Это территория, где действует единая администрация, подчиненная центру и выполняющий в первую очередь функцию управления. Политика в регионах, конечно же, уходит на второй план. С другой стороны, Рим становится открытым центром и не замыкается в себе, то есть категория гражданина расширяется, и талики постепенно становятся полноценными гражданами-республиками. А это значит одинаковые политические, экономические и социальные права, открывающие новые возможности, до этого недоступные в провинциях. Римские монополисты и латифундисты просто негодуют. Но, как я уже, в общем-то, за... возвращаясь к теме побочных эффектов таких вот прекрасных преобразований, вот такие вот дела, в общем, случаются. Падам-пам. Мартовские иды. Цезарь, как всегда, будучи белым, пушистым, зашел в здание Сената и больше никогда оттуда живым не выходил. До конца эти преобразования Цезарю не удалось провести, как вы понимаете. Я, я вам сказал: я опускаю события гражданской войны, его Александрийскую э, войну в Македонии против Помпеи и Александрийские войны я опускаю. Я просто перехожу сразу к тому, что нам нужно, когда мы говорим о принципате. Военные действия нам вообще не интересны. В общем, Цезарю так или иначе не неуда... Вы понимаете, какой был человек. Он, во-первых, воевал, и пока он воевал, все дела налаживал, он еще умудрялся и необходимые распоряжения отдавать, что там кому как устраивать. В общем, парень-то был классный, пока его не грохнули. В общем, до конца преобразования Цезарю не удалось произвести. Просто, как вы знаете, его нашли Пугионы и Гладиусы. И 33 ножевых ранения. Я вообще офигеваю как, но... На заседании Сената в мартовские иды 33 ножевых раны вывели божественного Цезаря Гай Юлия из строя. Как такое могло произойти, я не понимаю вообще. Да. Тут вот мне подсказывают, если бы было 32, то Цезарь бы выжил. Интересная теория. Возможно, тем более, что известно, он имеет в своем роду божественные корни. Далее мы с вами перейдем к рассмотрению вот того самого парня, о котором, в общем, которому все это время, все, вот все, вот, вот начиная с Гая Мария, вот все, с чего мы сегодня начали, вот эти вот полтора часа мучений, все это ради вот этого вот прекрасного в мраморе высеченного парнишки. Октавиан. Государство снова делится на части между Октавианом, Липидом и Марком Антонием. События гражданской войны, мы, вот уже этих товарищей-триумвиров мы опустим. И как Октавиан пытался добиться признания своих притязаний, мы тоже опустим. Это нам мало важно. Важно нам следующее. Это характер завещания Цезаря, которое, как по мне, показывает, что он... Был не просто диктатором. А да, забыл сказать. Цезарь все-таки провозгласил себя диктатором. Ну, совсем чуть-чуть так провозгласил. Ну да, ну может, царем себя считал, но это ж не так важно. Ну, вы вспомните, что он делал. Вот по мне, так будь я тоже на месте римского народа, мне было трижды-четырежды плевать, кем себя там Цезарь считает. Да, он монетки раздавал с хлебушком и печенюшками. Все. Цезаря в кандидаты. <laughs> да. Да, Цезарь 2018. Каминг Так вот. Характер завещания Цезаря, которое, на мой взгляд, показывает, что он был не просто диктатором, а в первую очередь прекрасно понимал обстановку. Он был просто замечательным и далеко смотрящим политиком. Понимаете, если бы он назначил своим преемником приближенного военачальника, например, Марка Антония, это как раз бы доказывало, что при всех своих достоинствах Цезарь и впрямь был чем-то наподобие Гая Марии и Сулы. То есть он был диктатором, и своим преемником он тоже назначил приближенного военачальника. То есть это чисто такая диктатура в полководцев. Просто военачальник, стремя... Цезарь тогда бы выглядел как просто военачальник, стремящийся к диктатуре и укреплению собственных позиций и позиций своей партии, даже после своей гибели. Но посмотрите, кто становится его преемником. Не военачальник. Ни разу не какой-то приближенный. Вообще какой-то молодой юноша, о котором знали, но чтобы подумать вот именно, что вот этой личности достанется все наследство Цезаря, при том, что тот ему... Даже близким родственником не является. Ну, племянник, да. Но вы понимаете, как в римских родах относились к племянникам. Там чуть ли не каждый, там третий, четвертый друг другу там дядя, дедушка, там, э -э, прадедушка, племянник, там двоюродный, троюродный брат. В общем, если ты не сын под прямой, то ты, в общем-то, и просто какой-то лево находящийся. Да. И тут на тебе, это что вообще за дела? У Марка Антония, конечно, подгорело там в одном месте. Он был готов, наверное, покорить космос еще в э, прекрасном 1944 году до новой эры. Благо этого не произошло, а то бы у нас э, уверовали в шарообразную Землю намного раньше, если бы он, конечно, вернулся из космоса. Но это уже фантастика пошла. <клес> А такое, а такое завещание Цезаря означало одно. Цезарь не был просто военным. Он был в первую очередь политиком и политиком умным. Октавиан получил власть через посредников и продолжил преобразование Цезаря, что очень интересно. То есть тут, видимо, то ли Цезарь как-то тайно с ним общался, то ли, в общем, сложно объяснить, почему этот Октавиан начал с таким усердием продолжать... Преобразование Цезаря. Причем Октавиан, судя по тому, что дальше будет происходить, он именно что прекрасно понял, понимал, из-за чего Цезарь именно так поступает и что нужно делать дальше, чтобы вот то, что начал Цезарь, дошло до своего логического завершения. При Октавиане юридически италики получили гражданство. Его военная реформа давала... Это вот отдельно идет... Гражданство Италиком и отдельно идет военная реформа, которая давала открытую возможность не гражданам служить в легионах. Он расширил список народов, являющихся римскими гражданами. И при нем вся республика окончательно становится сетью сугубо римских магистратур. В Сенате появляется все больше представителей провинции, то есть аристократов, не являющихся... Э не относящиеся к римской знати, то есть это не патрицы, Это аристократы, которые сложились на там, территории Италии, Испании, Африки задолго до того, там, когда туда пришла римская власть. Это вот еще с тех далеких времен. Вот такие вот красивые знатные люди, которые после прихода туда Рима как-то умудрились не потерять свои знатные регалии. Вот, это вот, представители, вот такие вот представители попадают в Сенат, на выходе мы имеем следующее. Равные права для большинства роман... романизированного населения. Дают равные экономические возможности населению, уходит общественный разрыв. Больше нет такого, что вот ты италик, а я римлянин, я лучше тебя. Нет. Дальше, вот, начиная с Октавиана, все народы, которые по законодательству являются гражданами, они имеют равные возможности. Ну и, конечно же, здесь начинает за пределами Апеннинского полуострова активно процветать местная торговля, начинаются развиваться мелкие хозяйства. А это такое уже положительное явление со времен Ранней Республики. То есть общественный разрыв, накапливающийся еще со времен пунических войн, уходит. Октавиан был тем самым человеком, который продолжил преобразование Цезаря и окончательно восстановил баланс. Система магистратур превратила Римскую Республику не в просто Рим и подконтрольные ему союзы городов, а в организованное единое, системно, единое, единое устройство, единую систему управления в единую территориальную общность. И вот казалось бы, но это по сути дела то, как выглядит государство в наше время. Вот что тут такого нового Октавиан сделал? А нет, это мы тут с вами такие умные сидим, и нам кажутся все эти вещи очевидными. Для того времени, для системы устройства республики, это ноу-хау, это что-то необычное. И, конечно, как нам не заговорить о прекрасном Цицероне, которого, конечно, не самая лучшая судьба, участь постигла, но дело не в этом. Дело в том, что Цицерон дал Октавиану. А Цицерон пишет еще до событий раскола между Октавианом и Марком Антонием прекрасный свой трактат под названием Государство, который я вам настоятельно рекомендую к прочтению для того, чтобы вы еще глубже прониклись тем, во что превратилась Римская республика при Октавиане. Но вкратце вам перескажу положение, которое Цицерон объявляет идеальным государством. Цицерон писал, что ни у монархии, ни у аристократии, ни демократии не являются полноценными формами устроения. Государство, конечно же. По отдельности они полны недостатков. Власть монарха рано или поздно скатывается в раз при среди знати, аристократия постоянно приводит к власти олигархов, а демократия постоянно рискует превратиться во власть толпы, что в свою очередь приводит потом к становлению диктаторов, что постоянно рискует превратиться в, в всякое пренебрежение своими полномочиями. То есть такой порочный круг выделял Цицерон и ругал за это очень сильно греческие, греческую картину мира, что они по сути дела не имеют идеального устроения. На тот момент это действительно было так. Но если соединить три этих формы в одну, взяв от них только самое лучшее, то есть оставить фигуру наподобие монарха, при этом сохранить существование влияния на власть аристократии, то есть это собрание знати, при этом оставить народное собрание, которое посредством представительства в совещательных органах диктует свою власть аристократам, а аристократы в свое время в свою очередь, они, с одной стороны, ограничивают абсолютную власть монарха, поэтому для того времени как бы такое лицо, которое вот можно назвать монархом, оно как бы таковым и не является, он как бы и не царь, его как бы ограничивают, вот есть сенат. С другой стороны, и сам монарх, ну монарх, конечно, в кавычках, он имеет достаточно широкие полномочия, которые, например, никогда мы не встретим у консула, но с другой стороны, монарх это и не диктатор, власть которого рискует перести все мыслимые и немыслимые рамки. То есть здесь такие механизмы саморегулирования. Если монарх сильно заврется и начнет вытворять какую-то ересь, тут аристократы ему покажут место. Если аристократы начнут вытворять какую-то ересь, тут монарх, соединившись с простым народом, может указать аристократам их место. Ну, а как говорится, народу место указывать не нужно, народ это и есть государство. Теки вот. Собственно, к чему я вам все это веду. Да, принципат. Это вафельно, это лампово, это хорошо. Потому что именно такие идеи Октавиан в итоге и осуществил. В 27 году до новой эры, он называет себя императором Цезарем Августом, избранником богов. Он добивается расширения своего империя, то есть круга, то есть территории, на которые распространяются экстренные полномочия Октавиана как консула, на всю территорию республики. Он добивается расширения вот такой сферы, что дает ему экстренную власть в любой ее части, в любой части республики. При этом он сохраняет сенат, пусть даже с несколько ущемленными полномочиями. Но при всем при этом там такие мощные аристократы присутствуют. Что, конечно, они вот личности Октавиана противостоять не будут, но если вы посмотрите на дальнейшую историю Римской Республики, то вы заметите, что аристократы в свое время, они останавливали неадекватных императоров, ну, путем, как минимум, создания оппозиции, совершения госпереворота и назначения на, на скажем так, место императора своего ставленника, ставника от аристократии. Таким образом, Октавиан совместил монархию, аристократию и демократию в единое целое, назвав себя первым сенатором, то есть принципсом. Он, по сути, постановил, что без его одобрения ни одно решение сената не может быть принято, он ставит себя во главе аристократов, замыкая таким образом круг власти. Все, вот круг замкнулся. Народ действует на аристократию, аристократия действует на монархию, то есть на, в кавычках, конечно, монарха, а монарх, в свою очередь, действует на сенат, а сенат, опять же, получает ответку от народа. То есть вот такой вот прекрасный круг, круговорот был создан августом. Все решения августа привели к пересмотру кризисов поздней республики, в том числе экономи... экономические кризисы. На выходе мы имеем новый вид республики в форме принципата. Эта форма в истории получит название ранней империи. Но, конечно, это уже более позднее название ранней империи. Надо понимать, что для современников тех событий оставалась республика, но в форме принципата. И служит это прекрасная Дата 27 год до новой эры те той самой отправной точкой, когда мы имеем полное право говорить, что установился принципат Августов, то есть принципат Августа, октавиана Августа. И это дальше послужит причиной рассвета римской цивилизации, то есть ранней римской империи. Социальная сущность принципата, если так подытожить, устанавливает новый порядок глобального государства с единым гражданством, с единой территорией, языком и культурой, чем уравнивает значительную часть населения в статусе и правах. Соответственно, все, кто до этого были как-то ущемлены, они, скажем так, им в буквальном смысле просто с них снимают оковы и говорят, Хотите чего-то добиться, идите, идите работать, идите делайте. Ну, в общем, как и в любом нормальном государстве. Вы теперь вольны, по большому счету. Вы теперь являетесь римскими гражданами. А нужно понимать, что Сенатус сенату пополис куа романум это формула, которая будет работать вплоть до заката ранней Римской империи, ранней римского периода. То есть, Сенат. Даже не так. Да, да, получается так, Сенат и народ Рима. Ну, вот в такой вот последовательности. Весьма противоречивый, но надо понимать, что народ все равно для Римской Республики всегда стоял на первом месте. Другого такого же примера в истории античности вы не найдете ни в Греции, ни на Востоке, ни в Африке. Кроме римлян, такого еще никто не делал. Чтобы в государстве подавляющее большинство населения не было там какими-нибудь бомжами или мелкими тролляляшниками, чтобы это были полноправными гражданами, которые реально могут что-то сделать. Вот такого вы, конечно, нигде не встретите. Ну и, казалось бы, нам это сейчас кажется, опять же, повторюсь, очевидным, но, друзья мои, это только потому, что римское право стало основой всех современных правовых семей, правового понимания сущности государства, его предназначения. И, например, теоретики государства 17, 18, 19 веков, они очень часто прибегали к аналогии с периодом принципа, принципата Августа для того, чтобы сформулировать, как государство выглядит вот в их период. Ну и по сути дела, вот эта вот форма, формула, созданная именно римлянами, римской историей, она получит дальнейшее развитие. Если мы будем смотреть, она постепенно сохранится даже при доминате. Ее постепенно впитают в себя варварские и феодальные королевства, возникшие на территории э, Римской империи. Ну, тем более, э, ну, Византию я трогать пока не буду, дабы новую тему не начинать. Ну, в общем, вот такие вот дела. Вся Европа, она потом впитает в себя, в конечном счете, когда начнут поднимать снова историю Рима, римских законов. Да и, конечно, они в никуда не испарились после того, как Западная Римская империя пала. Вот постепенно и так из, феода... из Средневековья перерастая в новое время, римское право будет постепенно эволюционировать и станет центральной корневой основой, по сути дела, современной цивилизации как таковой, если мы рассматриваем цивилизацию как все человечество. Вот такие вот дела. Таким тезисом мне хотелось бы закончить нашу прекрасную лекцию. Да. Так, что-то я смотрю. Ага, все. Да не, скорость нормальная, честное слово. А, так, ну, в общем-то, все. Если у вас есть какие-то вопросы, то задавайте. Да, да. Ну, я тут уже, в общем-то, кинул а, такую штуку, что можно уже вопросы задавать. Ой, блин, что-то скорость реально резко упала. Жесть. Так, подожди секунду, я сейчас вернусь. Кажется, я предполагаю, в чем причина. Да, вопросы уже можно задавать. Ну, я думаю, достаточно сложно сформулировать вопросы по такой достаточно раскрытой теме. что можно написать про нерву? Не знаю. Ты имеешь в виду тот самый Погодь, тут вопрос, по вопрос почем пошел. Власть Сулы и Гаймари держались прежде всего на их легионах. Хм, Старки, конечно. Почему не были они интересны никому, кто, кроме Сенат? Очень даже интересно. Нет, до Цезаря была немножечко другая система. Там все делалось таким образом. До реформы Гая Мария легионы делились на римские и союзные. А после реформы Гая Мария многие те легионы, которые до этого были союзными, то есть вроде бы как из числа не граждан, они просто автоматически стали римскими легионами. Поэтому со времен Гая Мария в основном это все легионы, которые были набраны до реформ Гая Мария. Ну, бабки в бюджете, как, вот приходишь ты такой на территорию неприятеля и такой, ой, смотри, какие у тебя классные, золо... какое у тебя классное золото, поделишься? А он такой, хм, это, что это? Что ты чё... Не-не-не, что-то я тебе не дам. А ты такой, так, подожди, ты что, против, ты как ты считаешь, римские граждане самые лучшие на свете? Он такой, да я даже не знаю, кто такие римляне. То есть ты не скажешь, что римские граждане самые лучшие на свете. Он такой, нет, конечно, я их даже никогда не видел. И он, короче, такой, ну все, каранты тебе, ты совершил преступление против народа и сената Рима, я захожу на твою территорию. Заходит на территорию, забирает оттуда все золото, аннигилирует все любое сопротивление и дальше танцует. Нала... Налагает на побежденных еще и дань, то есть они продолжают в Рим денежки отсылать периодически. И вот оттуда вот получались э, вот такой вот кэш, получали Римские военачальники, собственно говоря. Вот отсюда отсюда и денежки на благотворительность. Угу. Будет, конечно. Про Рим и Карфаген все будет. современные... Не, сегодня принципата уже как такового нет. Для принципата все-таки нужна кое... какая-никакая монархия, а тут ее нет. <звы> да, запись стрима будет. Ну, золота не то, чтобы было много. Его в целом, просто в обороте было не так уж и много-мало. Это как-то очень странно. В римляне, римляне, наоборот, они в основном пользовались серебром. У них как такового золота очень мало было. Поэтому самая ходовая валюта у них была серебряная, не золотая. Золото... Золото появилось только при Константине. А Нет. Консульство при Принципате, оно означало, что этот человек, скорее всего, станет э, таким. Скорее всего, он станет следующим императором. <с> вот что означало. Консульство при Принципате. Да, стрим сейчас уже закончится. Ладненько, я так смотрю, в целом вопросы уже потихонечку заканчиваются. В общем, на этой вафельной ноте я завершаю наш сегодняшний стрим. Ой, да, что-то скорость вообще скачет туда-сюда. Как сайгак по горам. Ладненько, ребят, спасибо, что были со мной. Если будет нужно, я по принципату еще отдельный ролик выпущу. Кому этого не хватит. Ня. Так что всем удачи, до новых встреч!